можете позвонить в Ноян Тапан, узнать мой номер телефона. Я готов организовать, возьмем склады, где организовать прием детского питания, медикаментов. А как вы доставите на место? Я найду способ. То есть нет блокады? А, ну, вы кого имеете в виду, кто говорил про блокаду? Я имею в виду, как вы прорвете эту блокаду и почему там нету медикаментов. Там есть блокада или нет блокады все-таки? Как вы прорвете, как вы доставите вот все это? Я не буду рассказывать, как я это туда проведу, но проведем. Угу. Проведем.